Ознайомився ожесточений, вибачте, на російській мові, тому що це книжка купана в Росії. У нас нема такого книги про Соловка. Розв'язався жесточенний бой між красними і олігархом білих. Многі дома загорілись, так як обстріли були чудовищні сили. Не боялись пошевелитися в своєму бігачі. Снаряди ізбороздили все вокруг, і нам казалось, що гудить воздух. Через розпахнуті наскрізь ворота нашого сада внезапно прискакав полк. Внешній вид цих людей – це 388 стрілковий полк Болонський. Внешній вид цих людей привів нас в ужас. Солдати були увешані драгоценностями, обмотані соболінними манто і другими цінними мехами, или даже золоченою парчой, награбленою в церквях на скаку, вони потрясали оружием. Большинство было вооружено до зубов. Виднелись пулеметные ленты, немецкие, австрийские ружья, а также тьма сетков, пик, топоров, сверкавших в них руках. В секунду они взломали входную дверь усадьбы и захватили наш тихий и темный первый этаж. Один из них сел на мою кровать. Ольга, вытаращив глаза, спросила, кто вы? Да-да, мы красные бойцы Болонского отряда, ответил он, все еще прерывисто дыша. Человек, севший на мою кровать, зажег сигарету. Я видела, как в каком-то кошмаре, что на нем дамская шляпа с перьями. Плохо приколотый красный бант с холодным на ухо. Он вытер черное от пороха и мокрое от пота лицо рукой и в роскошных перстнях. Это мертвое? Спросил другой, глядя на Елену, прикрывающую глаза. Она хотела приподняться, но тело, парализованное болезнью, не слушалось ее. Человек в одежде матроса и высокой форменной фуражки, перебирая рукой большое жемчужное ожерелье, которое держал на манер четок. «Пить и есть!» – закричал торжественно голоса. Один из них вдруг схватил Ольгу за плечи и резко вытолкал ее из комнаты. «Где погреба? Где погреба?» – ревел он. Увидел, что комната пуста, я встала, ноги и руки с трудом слушались меня, я стала одеваться. Усадьба наполнилась шумной толпой. Женщины, одетые в мужскую одежду, открывали теперь шкафы и мерили наши платья. Группа военных, вероятно, начальники собрались на галерке и обсуждали стратегические планы. Какой-то парень прыгал на атласном диване в своем грязных сапогах и пел. Эту женщину кормить бесполезно. У нее будет время, не будет времени переварить это, раздался чей-то голос. Я увидела камеристку Елены, которая пыталась пройти с чашкой отвара, который она успела схватить в буфетную. Это для больной, повторяла она. Наконец наступил вечер. Солдаты ходили по комнатам, собирали стулья. Они готовились к дальнейшему. Твердым шагом вошла Сандра. Постарайтесь увести нашу маму, пока есть еще время, сказала она. Если возможно, уезжайте. Школьный учитель передал мне, что прячет вас, сказала она по-французски. Мой зять сделал знак, имеется в виду Владимир Щербатов, который он не оставит, что не оставит парализованную жену. Я более не чувствовала своей болезни, и мы с Ольгой объявили, что останемся. Из зала доносились звуки интернационала. И начался спектакль. Мама с братом вышли в ночь через черный ход и попрощавшись с нами. Мы сидели возле бедной больной Елены, храня молчание. На меня вновь нахлынула лихорадка. Я потихоньку задремала в кресле. Вдруг сквозь сон я услышала голос зятя. Малыш, вставай, надо приготовиться. Я молча вышла с ним. Мать моя хочет попрощаться с детьми, слышала я слова. Пропустите нас в их комнату. Я посмотрела на зятя, и он сказал, они только что зачитали приказ, по которому мы все приговорены к смерти. Я сам слышал последние слова. Мы вернулись в комнату больной. Давайте бежим, сказала Ольга. Мы не дадим убить себя, как они. Она побежала через галерею к двери, ведущей в вестибюль. Слава Богу, ключ был в замке. Часовой, стоявший с другой стороны двери, ничего не услышал. Когда она задрожала, дрожащей рукой повернула ключ, скрипнувший в замке. Мы взяли Елену, остававшуюся в замке, под дверь.
и ноги. Она была так слаба, что в какой-то момент согнулась под тяжестью. Я не могла ее удержать. Когда мы вошли в античную гостиную, там, где Бювеза, черное небо начало светать, и ночь подходила к концу. Сквозь главный вход, выходивший на террасу, мы видели четко вырисовывающийся силуэт часового. Мы подняли занавес и сделали тавки, открывавшую другую маленькую дверь, которую красный, к счастью, не заметил. Мы медленно вышли на террасу. Ноги проваливались снег по колено. Саша гад от нас, стоя спиной к нам, неподвижно стоял часовой и смотрел на багровую залю. Мы надеялись достичь домика школьного учителя. Да, мир такой учитель был. Он был там, где когда-то была поликлиника у нас. Где уже укрылись наша мама и брат. Ну, то есть Столыпина, жена Столыпина и Аркадий. Мы подошли к нему. Я резко сначала закрыла дверь. Когда мы спрятали Елену в снегу, я решила отвязаться, что как может, потому что ей не открыли. Я инстинктивно повернула голову в сторону усадьбы, освещавшуюся утренними сумерками. Дверь террасы была открыта нараспашку, и по ступеням бегом спускалась группа солдат с ружьями в руках. Они без сомнения заметили наши сведенности. «Бежи по отдельности!» – закричала Ольга. «По крайней мере, один из нас может быть спасен». И мы разбежались. Я сделала несколько шагов, чтобы огибая дом, но ноги у меня подкашивались. Я подпускала ближайшее окно, и на этот раз громко сказала: «Мама, меня». Показалось искаженное лицо учителя. Я уже слышала совсем близко тяжелые шаги солдат. Учитель Дамберг резко схватил меня за плечи и согнул в дом. Да-да, они были здесь, но только что ушли, бормотал Дамберг, так что солдат еле могли его понять. Он повернулся ко мне. Я послал вашу мать и брата переодеться. Они отправятся в монастырь. Они не будут слышать. Она говорила, какой трус. А тем не менее, спрятавшись за деревом, Дамир вышел и, убедившись, что за ними следят, побежал к указанному месту. Я прижалась к окну в соседней большой комнате, не заботясь о том, чтобы спрятаться. Солнце осветило белое снега поле и зажгло окна усадьбы, как и день бала. Евгения и Сандра без шляп и манто, манто из шиншиллы вышли на террасу. Я отчетливо видела, как Сандра помогает матери спускаться по лестнице. Меня отделяло от них несколько, от них только залитая солнцем лужайка. За ними вышла группа солдат. Один из них подошел и грубо толкнул княгиню. Она повернулась к нему и что-то сказала. Спрятавшись за деревом, садовник сначала насупил голову, а потом успешно убрался, боясь оказаться замеченным. Какой трус. Ну и потом в воде раздались звуки. Я встала у окна и услышала